Добро пожаловать в мое графство SF Half-Fast. Всем привет! Добро пожаловать на мой твич-канал Луиза Немо. На моих прямых включениях я играю в Dead by Daylight и Mortal Kombat. Я играю в Dead by Daylight. Моим основным персонажем является палач. Как и у всех, наши игры заканчиваются не только победами, но и поражениями. Иногда мы играем за выживших не только вдвоем, но и с подписчиками. Милости просим. Приглашаю вас вместе со мной окунуться в мир игры Dead by Daylight. Те же самые. А может быть... А кто их знает? Очередная карточка, ребята, против пати. Но только играем против пати Xbox. Посмотрим, что получится. Я считаю, против пати минус 2 это уже хорошо. Откуда эта фраза? Напишите в комментариях. Из какой игры? За название этой игры забаню. Техасская мне нравится, конечно, по интересу гораздо больше. То, что здесь можно... По дискорду поиграть, поохотиться, а не только пробелы понажимать, позаводить. Так, ну что, я на парковочке, ставлю ловушки. Давай. А ты, Аня, что сказала? Не понял. Игорь, вот именно по дискорду. Не понимаю людей, которые по внутриигровому общаются. Да, а есть такие, которые вообще не общаются, микрофон отключили и все. Чё за прикол в эту игру играть без микрофона? Это когда друзей нету. Ну да. Телевизор смотрят, играют. Это как, короче, знаете, ребят, меня повеселил тип в этом, в комментариях. Короче, пишет, ДБД никогда не умрет, ДБД типа офигенная, а судя по тому, что если я ругаю эту игру, значит я мейнман, советую тебе завести друзей и получать от игры удовольствие. А, ну понятно, короче, кто за маньяков играет, у того нет друзей, да? Да. В спину за точкой от негра, вот кто? Этого я не ожидала. А ты кто, Буба? Да. Кто? Понял, вижу. Нет, блин, я не могу не зайти. Я не могу зайти, Ань, пока. Мы пока не можем зайти. Да, надо делся. Пока кровь собирать. Блин, теряю их. Негр в темном подвале, это страшное дело. Это ну, как зато ниндзя вот в Японии. Черту себе пометьте, негр агрессивный. Это хорошо. Первый отойдет. Да. Да ты, Делса, где? Так, если что, я топчусь рядом с выходом из подвала, чтобы сразу ворваться. Нормально. Хорошо. Я пока кровь собираю, ловушки расставил. А, не видно, ну. Что делать? Ну да. Только ждем. Ждать, да, пока не это. Как вы видите, кстати, ребят, билд на CC-шку собрал отыгрывающую чисто от облак. Никак ее больше не бафал, чисто на ее способность. Попробуем. Может, что и выйдет. Почему-то все ведра пустые, как будто кто-то уже собирал. Да я собираю. Солдаты. Баг, может, какой-то? Не. По улице я бегаю. Так. Опять они... заточка от негра, да чтоб вас. А, они все здесь, я просто на их это... А, ну развлекайся пока. Я не мешал. Мы сами тогда сами, деда не будем. Может получится... Нилан прикидает, потомственный ДБДшер. Да, мы тогда, смотри, Андрей, деда пока сами не будем. Может она килл сделает. Ага, понял. Да, вот теперь надо. А вот теперь заливаем. Иди сюда. А вон они, все трое. Артём, то есть Артём, Андрей, здесь, залетай. Здесь, да. А, здесь, чёрт. Лестница одна поднялась. Да блин, меня негр заточкой ударил. Это вообще паршивец. А, и не стыдно бить женщину? Да. Поросёнок. Ты не останавливай. Так, деда пизданули, Андрей. Уже, да, уже до деда добежали. Ну, это жесткая пати. Вижу обезьянку. Так, выдохся. Черт. Нет, не сунешься. Я в кустах одна. Так, у кого? Ты кто? Я. Траппер. Так, траппер, хорошо. Колодец прыгнула. Прыгнула в колодец. В колодец, Буба, лови. Где-то выпадет. О, вот она! Это накормлю.
Как же неудобно без выход, сука. Есть! Во, отлично, Аня. Аня тащит. Пап. Девчонка в подвал падала. Подо ей уже. У нас! Она меня дверью ударила. Нормально. Долго я лежу. Блин, я с твоей стороны зашел. Я что-то думал, что стой. Опять деда пизданули. Да сколько можно? Чем им дед не нравится? Давай, помогаю. Обходим. Хейт деда. Пиздим негра. Кони потом догоним. Он посмел меня бить по затылку. А, дедушка бездвижен. Плохо. Нормально. Так, кто там? Бубас, лови в подвале. В подвале? Да. Сейчас. Так. Ой, облако. Вроде бы к воротам побежал кто-то. Никого не вижу. Выдохся. Так, я зайду в подвал. К Бубе. Не-не-не-не-не. Я не где-то тут. Ну, около дедушки, мне кажется, кто-то. Да, скорее всего. Вот так активно. Вот это. Питер и дедок. Опять дед. Жертва отравлена облаком. Дед обездвижен. Отлично. Вот а он у дедушки прям. Прям у деда. Пиздите их двоих. Кто там? Нет, я в подвале еще. Не успеваю так быстро. Так, выхожу на улицу. Так, я выходят лево, направо, да. По-моему. Налево. Вон он, подсвечен облаком. Нифига себе, облако как долго инфу дает, ни хрена себе. Слушайте, я так и влюбиться могу. Ну, то какой персонаж интересный. Как долго облако дает инфу. Офигеть. Бубас, сюда, Бубас, с той стороны забегай. Я не увидел, куда он делся. Вон он. Не понял. Это я. Я вот и сам не понял, куда он делся. Был здесь, бац, и нету. Ну ты же ведь не мог у меня подсвечиваться способностью. Он вниз, наверное, нет. Ушел. Лестница. Она вниз пошел. Вот я вижу кони, она у генератора красного. Это все, понял. Где? Справа. Это вот рядышком. Задний выход с карты. Так, за вами. О, я убил. А, все отлично. Нормально, завалил. Отлично. Такая добрая, позитивная игра. Да. Так, тут открыто. Тут открыто, Андрей, надо закрыть. Надо генератор включать, я включаю, да. Попробуй. Мои глаза. Я от нервов даже моргать забываю. Да. Нормально. Закрыл. Все хорошо. Вот и где их теперь еще ловить? Ой, осталось. Один в подвале был. Да? Возможно же поднялся, да, Лилан? Возможно. Мне кажется, что кто-то тут стоит и приседает. Вот чую опытом ДБДшера, ну-ка. Это Лилан 100%. Он же не мертв еще? Нет. Ну, значит, он. На негр живо. Нет, нормально. Закрываем это дело. Они какое-то время тратят вообще. Вот когда я нажимаю на F, запереть дверь. А, ребят? Что? Они тратят какое-то время, когда я нажимаю на F, запереть дверь? Не знаю. Ну, наверное, они просто так дверь забираются. Лилан, у меня подсветите сисишку быстренько. Я смотрю на Лилан, да? Помощь нужна. У нас там ворота вроде бы. Где? Они the cover up, да? Или как там? My English very bad. Буба! Вот я смотрю на Лиланда, видишь? Он прямо вот здесь, я вот смотрю. Он за. Да. Он прямо вот за там, этой, да? Платформой. Обойди и пизди, вон голова торчит. Слева. Ага. Иди сюда. Давай, заходим. Так, где он? Вот он бежит. Не вижу. А, назад уже? Блин. Угу. Мне показалось, на парковке кто-то был. Я сейчас тут все проверю и к вам. Так, давай, Буба, я зайду с той стороны, ты с центра. А? С центра? Хочется, ну или наоборот. Давай, обходи с той стороны. Кто это, с какой?
со стороны, где туалет. Чуть ничего не пойму. Куда делся-то? Ведь никто не запрыгивает в эти дырки. Так, что там на парковке, Андрей? Чисто. Жаль, сисишка своим облаком по радиусу не бьет. Было бы прикольно. Облако прокачать, чтобы отравило очень сильно. А, да, кстати, это же облака, это же ее основная способность, вот это. Ага. Задумывалась, когда? Ну. Тут вроде чисто, слушай, тут... Ладно, надо уходить отсюда. А че он сюда поперся? Ничего не пойму. Так, этот работает, гудит. Так, кто-то резко открыл задние... там Буба, наверное, резко открыл задние двери. Да я вроде бы нет. Андрей, это ты задние двери резко открыл? Нет. Я у значит, сурф у задней двери. Элементарно, да. Ну, может, вижу, у меня, у дедушки. Лиланд у дедушки. Вижу. Вижу тебя, но Лиланда не вижу. Вижу. Ага. Так, пизданул. Ага. Все, вижу. С какой стороны обойти? Вижу. За мной. Главное, чтобы был в прямой видимости. Заходит в дом. В дом заходит, давай. А, не, в колодец. Нормально. А, в колодец-то. Вот так вот. О, выведен из строя. Это значит что? Это значит, надо подбежать и добить. Лежит в подвале, отдыхает. А, вижу. Вижу некра. Помогай, Андрей. Всем внизу. Все, фраг есть. А, это не негр, это Лилан. Нормально. Хорошо, попутал. Он сказал ДБДшера. И остался. И остался. А вон он, негр, вон негр. А, нет, А он убежал, он, походу, сбежал. Нет, уже. Не видел, где подсветился. Эх. Негр сбежал, да. Сбежал? Ему просто повезло. Да ну и фиг бы с ним. Против фулстака минус 3 это хорошо. Отлично. Давайте следующий.